картинки с наборностью. Геометрические, это что? Геометрические у этих вариантов вообще нет. Но тут суть такая. Вот. То есть где та эволюция, которая там? Какая? Нет, это эволюция. Нет, это я поэтому так много имен назвал, что нет никакой эволюции. Это просто когда у вас есть вибрационная поля аналитическая, у которого еды расходятся. Ну, значит, там и появляются эти самые модули. Вот как связано. А геометрические, насколько я понимаю, невозможно понять. Более того, как я понимаю, невозможно, даже если у вас есть две формы аналитических, невозможно сказать, эквивалентны они или нет, если я вот, ну, если я что-нибудь не могу. Интересно, две из самых поверхности одновременно приводить, в одной точке склад пересекаются и смотреть какие-то модули. А, нет, ну тут я как раз тут результат, так сказать, позиционируется на какой-то общий, поэтому если там две поверхности, там может возникнуть степень больше уже и так, да. Важно, чтобы этот результат справедлив для любой поверхности, особо или не особо, сколько там. Вот, но лишь бы только уравнение FPP. Нет, бывает в одной точке. В одной точке? В одной точке. В одной точке увеличивается степень, и F по P, P уравнивается. Это исключительно вот с этим условием важная вещь. Вот где вот это. Если это условие есть, тогда тебе инвертно. А если нет, то там все сложнее. Например, в случае сборки, как опять же исследовал Алексей Александрович, вот, в случае сборки там возникают уже даже топологические модули в типичном случае. Функциональный и топологический модуль.